Современники свидетельствуют, что Айвазовский написал эту огромную картину в течение 10 дней. Он всегда работал легко, быстро, артистично. Никогда не скрывая своих профессиональных секретов, художник часто писал картины в присутствии не только учеников, но и посетителей его мастерской. Вот как рассказывает о работе живописца один из его друзей. В широком живописном халате, с палитрой и кистью в руках, с молодыми блестящими глазами, устремленными на оживающее полотно, художник был положительно эффектен. Он не стеснялся гостей, усиленно приглашая нас каждое утро в свою мастерскую. По легкости, видимой непринужденности движения руки, по довольному выражению лица, можно было смело сказать, что такой труд – истинное наслаждение. Именно с таким наслаждением, увлеченностью, энергией, зоркостью взгляда, что отличали Айвазовского юности, исполнено и это полотно. Картина написана уверенной рукой 82-летнего мастера, и при взгляде на нее и речи не может быть о каком-либо угасании таланта. Здесь полно и ясно выявился импровизационный метод работы Айвазовского. Сюжет картины, говорил художник, слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта. Я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нем моею кистью. С точным расчетом и вместе с тем свободно и артистично, без дальнейших поправок ложится под кистью художника краска на холст. Кажется, едва касаясь поверхности картины, он воссоздает бездонную прозрачность морской глубины. Тут же энергичными, тугими мазками пишет вздымающиеся гребни волн. Абсолютное владение живописной техникой лежит в основе каждой Марины Айвазовского. Взгляд погружается в хаос водной стихии, но ему не скучно следить за изменениями цвета бушующего моря и тонко разработанным освещением волны неба. В глухой черноте облаков вдруг возникает робкий луч света, и в центре картины на гребнях рождающихся волн, в их глубине, на кружеве пены, свет начинает разыгрывать сложную и богатую живописную симфонию. Созданный художником на этом полотне образ моря наиболее близок к пушкинской поэзии, бывшей всю жизнь для Айвазовского самым высоким мерилом творчества. Есть упоение в бою, и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане, среди грозных волн и бурной тьмы. О самом же художнике можно также сказать словами поэта: «Он был, о море, твой певец». Thank you.